Добрый день, дорогие друзья. Представляю вашему вниманию совершенно новый вентилятор на российском рынке. Это модель Topson TSP40RA. Он поставляется в двух цветах, в черном и белом. Вентилятор с увлажнителем воздуха. Мощность 90 Вт. Емкость бака 3,1 литр. Увлажнение 220 миллилитров в час. Вот так вот он внешне выглядит. Подойдет для кафе, ресторанов, для частного применения, для офисов. Вот. Благодаря высокой мощности в 90 Вт он продувает достаточно существенную площадь. Сейчас мы попробуем его с вами включить. Вот, он может включаться как с пульта, так и на самой лицевой панели. Включается достаточно просто. Вот, выбираем режим скорости. Их тут целых три. Так. Вот, как можете видеть. Сейчас попробуем с вами включить ваш телефон. Так, это мист. Снизу загорается подсветочка. Увлажнитель тоже имеет три режима. Так, сейчас я сделаю потише. Увлажнитель паровой капель на полу не оставляет. Вентилятор достаточно тихий в сравнении со многими моделями, но я бы сказал, это одна из самых тихих моделей вентилятора. Вот, можно включить только увлажнитель. Использовать вентилятор зимой. Вот так вот он увлажняет. А бак вентилятора находится в задней части, что достаточно удобно. Здесь он находится внутри. Вот сам вентилятор на колесиках. Удобно перемещать, как вы видите. Очень прост в сборке. Ну и смотрится очень, очень симпатично. Вы можете посмотреть также фотографии, они будут представлены обязательно. Ну, на этом, собственно, пока и все. Всем спасибо. Ждем ваших заявок. До свидания.